Привет, друзья, с вами Баш. Мы продолжаем играть в Sky Dead Space Dead Space. Все, ребят, всем привет. Мы начинаем. Да? Ждешь. Погнали в другие комнаты. Надо будет попробовать с ним разобраться, с кулака, но по мне так это будет просто затрата же здоровья. То есть, то, что я убью с кулака, это скорее всего да, но... Сколько жизни я при этом потеряю? Я пошел. В жопу это прохождение. А, можем опять сохраниться. Славненько. Давайте. После каждого сантиметра сохраняться. Это я люблю. Это про меня. Я не помню, были ли здесь эти трупы, но советую вам не поясничать. А, ну да, здесь это супер дверь. Шоп, оторву, козёл. Черт возьми, стрёмные ребята. Ты можешь перезарядить эту сраную пушку? Где они? Патроны не бесконечные. Кто мне сказал, что патроны бесконечные? Я вас ненавижу, козлы. Как так можно вообще? Я вам верил, думал, что патроны бесконечные. А вы? Это подло с вашей стороны. Плазменная энергия? Это потрошки? Да. Эх, а я-то думал бесконечный. Айзек, я обошла охранную систему. Пришлось попотеть, но теперь ты можешь попасть на инженерную палубу. Инфопанель должна быть там. Такая ты молодец. Ну такая молодец. Женюсь на тебе завтра. Не женюсь. Так. Ну, очередное сохранение, ничего бы нет. Айс, тебе нужна инфопанель транспортного компьютера. Она на инженерной палубе. Окей. Айзек, это Кендра. Дверь в хранилище заперта, тебе нужен ключ. Он должен быть где-то на инженерной палубе. Как тебя отстрелить, сраную руку? А, черт, я сейчас умру, сейчас умру. Иди сюда, говнюк. Ты не с тем связался. Кусок говна. Бессмертные. Как их убивать-то? Если они такие неуязвимые.
Да уж. Нисколько я ему ударов сделал, ему было вообще все равно. Пришлось доделывать дела пистолетом. Ну а черт, я ж перезаряжался. Нет, если бы... Чего так много-то? Нет, если бы Синца у прицела была адекватна, то, в принципе, можно было на изи-пизи пройти игру. А Синца у прицела вообще никакущая. Ребят, мне приходится просто страдать. Нет, ну вы видели, а? Вы видели эти страдания? Я сказал вам. Так, ну ладно, пойдем. Куда мне идти надо? Логично. И обзора мне не хватает из-за этого вида. Я не вижу половину, что происходит. Крутить мышкой, чтобы разглядеть, что в меня уже бежит какой-то монстр. Еще визжит после смерти так. Потому что у меня такое ощущение, что это новый уже приближается. Так, ну ладно. Пойдем. Ты чего внимание привлекаешь? А я знал. Никогда не подходите к шевеляющемуся трупу, думая, что это баг. Тут не бывает багов. Мне нужно больше времени на прицеливание. Пойду-ка я отсюда. Ладно, что там? Че сюда ходил вообще? Бегать не обига. Кредит какие-то подбираю. Где мой магазин? Пойду шопиться. Я видел какого-то монстра там или что? По-моему, я видел монстра в щелочку. Неважно. По-моему, справа был еще один. Ладно, возможно, показалось. Там какие-то ништяки, надо подобрать. С тем количеством патронов, что я имею. Лучше бы подбирать всякие ништяки. Нет, ну Dead Space как-то пострашнее, конечно, чем Bioshock. Вот. Что-то здесь какие-то такие скримерские моменты именно. Что-то эта мышка, мышка Синца
на прицеле. Это тоже добавляет своей мощи. Ты мог бы закрывать за собой дверь после таких шумов? Или тебе приятно, когда все открыто? Там хрен пойми, что шумит, и этот радуется. Мне, говорит, и так нормально. Используйте деловые точки, чтобы улучшить их и оружие. А, видишь, так, вот какой-то я нашел. Прошивка. Что я могу сделать? А, я могу X свой улучшить. X это типа костюм, да? Стазис модуль могу улучшить. Или урон. Вот тут этой пушки. Объем, перезарядка, скорость. Только не понимаю, какой смысл увеличивать урон, потому что конечность она отрубает с первого выстрела. Вроде как. Я что слышу? Быстрее. Возьми пушку в руки. Порядке. Ну давайте, ладно, резак и увеличим ему урон, допустим. Резак, ущерб, ущерб здесь это называется. Слышь ты, ущерб, только получи. Получил ущерб. Как тебе, а? Ущерб. Энергоемкость, скорость перезарядки. Энергоемкость, скорость перезарядки. Энергоемкость или скорость перезарядки? Энергоемкость. Ущерб в том. Объем. В том, что ущерб сразу прокачать нельзя. Надо как-то через задницу идти. То есть надо либо. Че надо-то? Давай объем. Ну все, видать. Все, что мог, подобрал. Теперь у меня супер объемная пушка. Ну-ка, заценим объем. 12. Это объем. Отлично, Эзик. Теперь тащи эту панель в транспортный контроль и подключи ее в стойку компьютера. Это перезапустит всю систему. Ну, я слышал, там какое-то жопничество. Я видел его, там какое-то жопничество. Пусть это жопничество. Остается... Только урон увеличивал. Как отсекались конечности из двух выстрелов, так отсекаются. Ну ладно. Так, ну чё? Вези меня, телега. Вот и не страшно. Сохраняшки я люблю. Атмосфера. Ну все, пойдем. Путь свободен. Путь свободен. Бежим. Нет, не свободен. Вот я нахожусь где-то, где я уже, по-моему, был. Соответственно. Вот эти ребята, да? Так.
Понятно. Пойдем. Разбираться. Компьютер транспортной системы включен. Нет, серьезно, если бы не сенсай управления, инициализация транспортной все системы. Было бы быстрее. Система инициализирована. Вагонетка на причальной палубе. Карантин снят. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Айзек, давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик, встретимся уже на борту. Если доживем. Хэммонд, мы не сможем с этим справиться. Это ваша самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? Странно, что Нигер не первый умер. Ну да ладно. Пойдем. Разработчики так странно заводят сюжет, типа, чувак, ты купил игру, и вот, типа, сейчас она уже должна закончиться. Типа, уже все, пойдем на мостик, улетаем отсюда нафиг. Но это же игра, правильно? Поэтому сейчас что-нибудь случится. И так будет, скорее всего, случаться всю игру. Будут водить за нос. Синий туман. Это зеленый. Неважно. Зеленый туман. Зеленый туман. Здесь уже был, только здесь что-то освещение как-то выключили. Я подозреваю, что помимо того, что освещение выключили, так еще и этот чувак может очухаться. Так-то лучше. Так, это чё? Не ломается, да? Ну пойдем. Ля-л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 я. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну сейчас я вернусь к нашей первой серии, я полагаю. Надо присоединиться. Едва ли оттуда кто-то ушел. А я знал. Ну, пойдем. Так, типа, чувак, пойдем за мной, там тусовка. Идем, идем. Все, тусовка. Крути свою сраную мышку. Я хочу видеть, что там происходит. Как же тусовка, говнюк? Ты обещал? Все закончилось. Блин, мне в глазах рябит от этого освещения. Моргающего. Извозите меня. Извозите. Ну ладно, все. Все, серьезнее. Серьезнее. Ну, значит, да, вот здесь что-то у вас было. Айзек, мы добрались до мостика. Тут полный беспредел. Выживших нет. Попробуем добраться до командного компьютера. Пожелай нам удачи. Не буду. Никакой вам удачи. Мне удачи, а вам не надо. Нос опять начал чесаться. Ненавижу вас. Так. Ну чё? Тут ништяки лежат.
Это мне все надо. Это мне надо, это мне тоже надо. И это мне надо. И вот там он тоже что-то лежит. Это мне все надо. Это мне все дайте, и я все это возьму. Чертов нос. И чертов глаз. И чертов ресница. Еще что-нибудь. Ну вот, собственно, наш корабль, я поехал, ребят. Правильно? Все со мной согласны. Сваливаем отсюда. Я хочу взять эту сраную коробку. Спасибо. Ну, то есть коробки можно ломать только ногой, даже если они совершенно близки ко мне. Так, ну чё? Пойдем. Что случилось-то? Же они громко шуршат, прям вообще прям на мою аудиосистему действует. Ой, кажется, у меня что-то там вылезло. Ну вот, теперь будем сидеть с этим волосом. Вот смотрите на него теперь. Нравится вам этот волос? Вот и пяльтесь на него. Мы волос ее. Все, ладно, куда там? На корабль. Здорово. Я рад вернуться на корабль. Чем мы на нем прилетели, типа? То он не выглядит так надежно. Враждебные формы жизни. Корпус повреждён. Срочная эвакуация. Срочная эвакуация. Больше взрывов! Больше! Недостаточно эпично. Тревога. Повреждение секции главного ангара. Аварийные службы проинформированы. Ну, короче, на этом корабле мы явно никуда не полетим. Я не могу прицелиться, ребята, потому что слишком неудобно мышкой крутить. Совсем не крутится. Да что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь мы здесь надолго. Кендра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай мне подумать. Можешь зайти в командный компьютер? Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матиус находится в медлаборатории. Мертв. Что? Как? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем и его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы и постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это? Боже. Давай, проваливай отсюда! Нет, вы слышали? Вы только что после этого видюхи были шаги. И эти шаги, черт возьми, почти не слышны. А вот эти скримерские звуки, которые издают мобы, они просто жесть как слышны. И вот этот волос, который вам так нравится, то пельтесь на него. Нет времени поправить волосы. Надо проходить Dead Space. В жопу лифты. Буду всегда держать пистолет так. Да, волос. Тебе нравится это? Черт возьми, это уже совсем не смешно. Это же прям, даже уже прям чересчур как не смешно. Ну ладно. Покупайте новое оружие в магазине. Да? Часть вещей вы можете хранить в сейфе. Ну здорово, давай посмотрим.
Я могу винтовку купить. Могу импульсную винтовку купить. То есть это то же самое, только здесь пошире, побольше точечек. Это хрен знает, что такое. Объем рюкзака усиливает броню. Наверное, нет пока. Опять волос поехал по своим делам. Плазменная энергия, просто потрошки, видать. Это хилка. Это... Этим я еще не пользовался. И силовой узель. Узель для улучшения параметров оборудования. Ну понятно. Я бы чисто ради интереса взял эту винтовку, но она почему-то дешевле, чем вот эта, значит это круче. Ну такая типа логика, как компьютерных игр. Дороже, значит круче. Вот. А с другой стороны, можно взять просто костюм и... Потрошек, я не знаю. И это тоже будет здорово. Но с другой стороны, видя то количество здоровья, которое у меня... тратится после встречи с мобами, то оно вообще ни хрена не тратится. Соответственно, давайте возьмем какую-нибудь пушку. Я не знаю, какую взять. Я бы взял какую-нибудь крутую, но не знаю, какую взять. Какую мне взять? Давайте широкую возьмем, ладно. Больше мне ничего не надо. Почему это один, а это не два, а четыре, мать его. О. Эпично. Я просто хотел поменять прицел. Он вместо смены прицела? Или это выстрелы? Я сейчас пушку трачу или что? Разрядиться не можешь? Отлично. Я потратил две потрошки из пяти возможных. И потратил все деньги на эту дурацкую пушку. Я молодец. А это верстак, на котором я, скорее всего, ничего не могу починить. Потому что мне нечем чинить. Да. Няшненько. Поехали. Мне типа на сюда надо нажать? Первая глава завершена. Окей. Нет, не надо сохраняться. Я люблю без сохранений. Сохранения какие-то придумали. Вот мы и на Ишимуре. Но исследовать мы ее будем в следующих сериях, ребят. Поэтому, собственно, всем спасибо за просмотр. Вот вам, пожалуйста, что это такое? А, я это знаю, как у Супермена. Такая там зверетушка у нее тоже. Сейчас как ее схватить-то? Супермен. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Баш. Всего доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, вы знаете, да. Пока. Тереу. О боже, Жень, ты бы видел, как ты на кровати спишь. Ни один нормальный человек так на кровати не спит. Да как, ё-моё! Это такая дикость, блин. Я, короче, тоже ложусь по фасту. Блин, все черное. Че ты ржешь? Ну, а те, кто смотрел стрим, те знают, то, что чтобы был профит, надо тверкать. И поэтому мы немножечко с вами потверкаем. Биом у нас Plains, я даже не в курсе, что это за биом.